Короче, видос пришлось перезалить, да, пожалуйста, смотри. Тема такая. В 96-м году строили, короче, это помещение. Оно было прикручено регипс на дерево сырое. В результате чего превратилось все это дело, короче, в галимый рыжик. Просто, короче, выглядит вся эта тема снаружи вот так. Подходите, начинаете ковырять. А там вас ждет такой сюрприз. Вот, короче, вот так вот регипс на всей стене прикручен. Но один прикол есть. В общем, если посмотреть на потолок, как раз только что заметили, тоже он такой, как простреленный. Я могу ковырнуть какой-нибудь момент? Да, конечно. Блять, тут вещи бы не засыпали. О! Там тоже рыжий. Начинается. Ржавая херня. Где? Ну тут еще. Короче, тут повылазило все. Все эти рыжие. А на другом моменте потолок нормально, все, нет никаких ржавчины. Так где-то один-то шуруп вообще, видите? А это шуруп было прикручено же, Амстронг. А здесь, короче, походу здесь нормально. Нормально, значит, на металл прикрутили. А? Блять. Немцы, наверное, дрочили бы конкретно. Там такие прострелы. Ой. И там все ровно. Разница какая. Стройте, короче, нормально.